На согласительном совете Верховной Рады рассматривали законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и государственной языковой политики. Партия регионов требовала вынести их на голосование в сессионный зал. Накануне руководители фракции, народные депутаты Александр Ефремов и Вадим Колесниченко дали в Киеве пресс-конференцию, где рассказали о сути новых законов. Там побывали наши корреспонденты. Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности придумали не сейчас. Ее авторами были в свое время находившиеся в оппозиции народные депутаты Виктор Янукович и Александр Лавринович, сегодня президент и министр юстиции Украины. Тем не менее, закон о снятии депутатской неприкосновенности до сих пор не принят. Фракция партии регионов не видит преград и настаивает на рассмотрении вопроса в парламенте в ближайшее время. Закон выписан таким вот образом, чтобы народные депутаты могли, если они совершают преступление, к ним могли применяться законодательные нормы, которые на первом этапе принимаются ко всем людям. То есть, собственно говоря, ликвидировать как таковую депутатскую неприкосновенность. Готов к рассмотрению в парламенте и законопроект о государственной языковой политике. Говорят, писали его в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств, которые придерживаются все страны ЕС. Законопроект предусматривает, если более 10% населения отдельного региона говорит на языке, отличном от государственного, то местные власти могут использовать его в документообороте. Документ позитивно оценили в 18 различных вузах страны. Отрицательный отзыв только один – Института украинского языка. Законопроект не предлагает двуязычие. Законопроект в полной мере соответствует Европейской хартии региональных языков, языков меньшинств. Он обеспечивает использование региональных языков, которые уже Украина взяла на себя обязательство защищать еще 12 лет назад, но до сих пор ничего не сделала. Оба законопроекта партия регионов считает для себя принципиальными. Во фракции говорят, и снятие депутатской неприкосновенности, и языковая политика – это вопросы прежде всего прав и свобод человека в своем государстве. Расширенную версию выступления народных депутатов, руководителей фракции партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова и Вадима Колесниченко смотрите в рубрике «Актуальный репортаж» на Алексе в ближайшее время.